Вчера весь мир отмечал знаменательное событие – 60 лет со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. В честь юбилейного дня космонавтики школы номер 8 совместно с местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» организовали конкурс рисунков. О том, как представляют себе космос младшие школьники, и о торжественном награждении победителей расскажет Карина Щербакова. Исторически важный праздник для всей страны. Ученики начальных классов проявили свои творческие способности и в прямом смысле слова сотворили космические рисунки. Я нарисовала самого Гагарина, как он вернулся из космоса, и его награждали. Нам было очень приятно, что более 90 работ поступило на этот конкурс от учеников начальных классов нашей школы. Это огромное количество рисунков. Все работы оказались интересными и оригинальными. Конкурсная комиссия выделила 10 лучших из них. Вручил заслуженные награды и сладкие призы победителям директор школы номер 8, член депутатской фракции «Единая Россия» Ильмир Шафакудинов. Конкурс «Восьмая школа» организовала совместно с местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он прошел в рамках партийных проектов под названием «Новая школа» и «Историческая память». Суть данных проектов, понимаете, не только лишь формирование вот этой образовательной среды в школе, да? Одной из важнейших целей является всестороннее развитие детей в школе, в профессиональных учебных заведениях. Поэтому вот этот конкурс, он и предполагает, в принципе, всестороннее развитие, творческое развитие. Участие в таких мероприятиях помогает школьникам не только проявлять свои таланты, но и изучать историю своего государства и становиться более грамотными. Как сказали организаторы, в будущем планируется проводить еще больше таких конкурсов для школьников. Карина Щербакова, Евгений Садыков, программа «Время местное».